Я даже не знаю, как начать интервью с гуру. На небе уже есть тучи, вам просто нужно пролиться дождем. Как вы стали гуру? Как это делается? Могу ли я стать гуру? Свет не может появиться и сказать «я свет». Вам нужно сиять, тогда вы будете светом. Что бы вы хотели сказать молодежи Соединенных Штатов? Молодость — это активная часть жизни. Вам нужно оставаться молодыми. Это значит, что вы не должны делать умозаключений. Я даже не знаю, как начать интервью с гуру. На небе уже есть тучи, вам просто нужно пролиться дождем. Шутка о дожде очень подходит, чтобы начать интервью. Но раз вы шутите о дожде, я пошучу о гуру. Как вы стали гуру? Как это делается? Могу ли я стать гуру? Каков путь к становлению себя в качестве гуру? Вы не стремитесь быть гуру. Когда люди видят, что ваше наставление ценно, они могут назвать вас гуру. Вот как. Слово «гуру» означает «тот, кто рассеивает тьму». Свет не может появиться и сказать «я свет». Вам нужно сиять. Тогда вы будете светом. Замечательно, замечательно. Мне нравится это. Нравится такое сравнение. Я немного ознакомился с тем, что вы делаете, когда готовился к этой беседе, и я очень рад возможности поговорить с вами. Я знаю, что мы уже говорили об этом как-то. Мне очень нравится послание, которое заложено в сердце ваших наставлений. И я люблю то, как вы удивительно самоиронично шутите. Я тоже использую чувство юмора в своей работе. Насколько важен юмор в обучении людей духовным и психологическим истинам? Я никогда это так не рассматривал. Я считаю, что если вы радостны, то, конечно, будете смотреть на все со всех сторон. Одна сторона всегда более светлая. Если сейчас взглянуть на планету, то видно, что у нас утро, а у кого-то другого — ночь. Одна сторона светлая, другая — темная. Такова природа существования. В каждой ситуации есть темная сторона, полутень и очень светлая сторона. Не получится пренебрегать темной стороной и стараться всегда быть смешным, чтобы чего-то достичь. Или наоборот, замечать только темную сторону и так чего-то добиться. Важно, чтобы у людей была более целостная картина происходящего. Ведь в жизни никогда не будет ничего идеального. Сейчас в Америке многие видят эту темноту и чувствуют, что не в состоянии справиться с ней. Темные времена настали в политике, в том, что касается расовой и социальной справедливости, экологии. А еще очень пугает мировая пандемия. Это тоже тяжело. Как у вас получается находить свет в этой тьме? Я думал, в Калифорнии довольно солнечно. Мне казалось, там не так уж и темно. Люди ошибочно принимают свое психологическое состояние за существующую реальность. Экзистенциальная реальность — это то, что есть на самом деле. То, как вы отражаете ее в своем уме, зависит от того, насколько темным является ваше зеркало. Поэтому очень важно видеть жизнь такой, какая она есть, а не такой, как вы ее себе представляете. Потому что вы можете выдумать что угодно, вы можете сделать ужасным даже такую простую вещь, как восход солнца. У вас может появиться мысль, оно поднимается и собирается убить меня. Некоторые люди так и считают. Когда солнце садится, кто-то считает, что наступает конец света. Если вы не помните того, что было вчера, тогда закат действительно выглядит как конец света. Зима тоже похожа на конец света. Безусловно, за ней придет весна. Такова реальность жизни. Но у себя в уме вы можете придумать совершенно другое. Самое главное, я думаю, что люди из западных стран придают слишком много значения своим мыслям и эмоциям. Ваши мысли и эмоции — это ваша личная психологическая драма. Вы можете управлять ею как хотите, но вы думаете, что это и есть реальность. То, что вы думаете и чувствуете,
не является реальностью. Это лишь то, что вы придумали в своем уме. Вы можете придумывать что угодно. Сейчас в Соединенных Штатах мы наблюдаем среди молодежи такое обострение психологических расстройств, с которым мир ранее не сталкивался. Статистика повышенной тревожности, депрессии, одиночества, самоубийств и суицидальных мыслей среди молодежи зашкаливает. Она практически не поддается измерению. Мне очень нравится слушать ваши беседы, особенно о радости, как ее достичь, о том, как изменить себя изнутри, как перестроить свой внутренний мир. Что вы можете сказать людям, которые, возможно, страдают от таких психологических расстройств? Дело в том, что каждый переживаемый человеком опыт имеет под собой химическую основу. С этой точки зрения, человек представляет собой самую сложную химическую лабораторию на планете. Если в вашем распоряжении настолько сложная структура или организм, или можете даже назвать это заводом или фабрикой, тогда вопрос лишь в том, толковый ли вы руководитель или никчемный. Вот и все. Если вы знаете, как управлять химией этого организма, выберете ли вы химию радости или химию страданий? Что бы вы выбрали? Химию душевного спокойствия или химию сумасшествия? Что вы выберете? Я знаю, что выбор очевиден для каждого. Так почему же вы не можете выбрать? Вот на что нам нужно обратить внимание. Если необходимо понять, почему же вы не можете сделать правильный выбор, то нужно посмотреть, что вы едите, что попадает в ваш организм, как питаются американцы. Понятие изобилия для индивида, общества или нации, по сути, состоит в том, что вначале человек стремится к изобилию, потому что это дает ему возможность выбора в питании. Позже появляется выбор в образе жизни. Соединенные Штаты во многих отношениях являются самой богатой страной на планете. Там есть возможность выбирать питание и образ жизни. Но какую пищу люди выбирают? Та еда, которую они выбрали, совершенно точно наносит им вред. То, что вы привносите в свой организм, то, как вы сидите, как стоите, как дышите, чем занимаетесь, все неправильно. Управление химическим составом — это в том числе еда, то, что вы потребляете. Говоря простыми словами, я не собираюсь сейчас подробно говорить о питании, но даже если говорить о простых вещах, если сегодня спросить детсадовского ребенка, нужен ли телу для здоровья кислород или углекислый газ? Он знает, что нужен кислород, по крайней мере, читал об этом в книге. Но на сегодняшний день в США газированные напитки стали национальной культурой. Вы постоянно потребляете углекислый газ, хотя даже маленькому ребенку известно, что телу нужен кислород. Поэтому я даже удивлен, что показатели еще не так уж высоки. Злоупотребление алкоголем, та пища, которую мы едим, полуфабрикаты, которые употребляют люди, почти все, что они едят, приготовлено месяц назад. Вы не можете так питаться и быть психически здоровым. Это невозможно. Ах вы. Да, я с вами. Они органические. Это не важно. Они сделаны месяц назад. Итак, месяц. Вы говорите, нужна более свежая еда. Не более свежая, а просто свежая. Свежая еда. Да, это то, что нужно телу. То есть то, что вы собираете с огорода и тут же едите? Нет, не настолько свежая. Вам нужно ее хотя бы помыть. А что такое повышенная тревожность и как с ней справиться? Человек обладает двумя базовыми способностями, которые очень важны. Они свойственны только людям. Они делают нас теми, кто мы есть. Одна из них — яркая память. Благодаря ей наша жизнь так богата. Ни у одного другого существа на планете нет такой яркой памяти, как у нас. Благодаря такой замечательной памяти у нас потрясающее воображение. Если бы у нашего ума не было такой детальной памяти, мы бы не были способны к воображению. Воображение — это всего лишь продолжение памяти.
Так от чего же люди страдают в своей жизни? Они все еще страдают от того, что произошло 10 дней назад. Мы жалуемся природе, зачем ты нас создала? Лучше бы ты оставила нас дождевыми червями. Тогда мы были бы счастливы. По крайней мере, от нас была бы польза окружающей среде. Это бы очень помогло Калифорнии. Это очень смешно. Прекрасно. Ваша организация, Isha Foundation, занимается вопросами здоровья и питания, а также образование и охраны окружающей среды. Не могли бы вы рассказать немного о том, что вы делаете для окружающей среды? Вся эта деятельность, связанная с заботой об окружающей среде, началась в 1998 году. Специалисты из ООН сделали прогноз, что к 2025 году 60% территории штата, в котором я живу, самого южного штата Индии, превратится в пустыню. Я вообще-то не люблю прогнозы, будь то астрологические, экологические, политические, экономические. Мне не нравятся прогнозы, потому что они делаются на основе мертвой, холодной статистики. Они упускают то, что находится в сердцах людей, потому что именно то, о чем люди думают сегодня, станет их будущим, а не то, что они делали в прошлом. Поэтому мне не понравился их прогноз. Я решил проверить все сам. Я проехался по штату, чтобы посмотреть разные районы. И я понял, что специалисты ошиблись, потому что я увидел, что это случится гораздо раньше 2025 года. Ого! Намного раньше. Потому что три главных реки почти полностью пересохли. Очень много ручьев, небольших речек, которые были их притоками, высохли. И опустынивание происходило чрезвычайно быстро. У пальм опадала крона, потому что они не могли найти воду. У нас всегда говорили, что если пальма умирает, значит, жди беды. Потому что она может найти воду где угодно, даже совсем каплю. Она может выжить в пустыне. Поэтому, если у пальмы начинает опадать крона, значит, определенно надвигается катастрофа. Поскольку скважины уходят на глубину 300-400 метров и высасывают всю воду, растительность погибает. Ни одно дерево не может пустить корни на глубину 300 метров. Да. Потом я понял, как это исправить, и провел 6 лет, высаживая деревья в головах людей. А это самая сложная почва на планете. Когда мы успешно справились с этим за 6 лет, пересадить деревья на почву оказалось легко. Я провел один простой процесс. Я искал, как это сделать. Для эксперимента я выбрал холм, который находился у нас за центром. Там были вырублены все деревья, наверное, 25-30 лет назад. Остались в основном бамбук и кустарники. Но деревьев не было. Кто-то их срубил. Я провел этот эксперимент в течение 23-24 дней. Мне помогали примерно 4-4,5 тысячи волонтеров. Все, что я сделал, это обеспечил их двухразовым питанием и научил одной песне. И мы посадили более 6 миллионов деревьев. Сегодня они уже выросли. Если вы к нам приедете, то увидите их. Этим деревьям в лесу около 20 лет. Температура летом у нас в центре снизилась на 3-4 градуса. Вот к каким изменениям это привело. Я решил проверить, сможем ли мы вдохновить еще больше людей на такое. И тогда мы начали кампанию. Когда я пробовал общаться с людьми в деревнях, они не понимали, о чем я говорю, потому что у них были свои повседневные заботы. Они думали, как выжить, их волновали проблемы сельского хозяйства, экономики. Так много проблем. Какой смысл размышлять о будущем? Это же фантастика, потому что все думают, что экология — это что-то связанное с будущим. Они не понимают, что это относится к настоящему. Я поступил просто. Я собрал 1000 людей, усадил их и провел через определенный, из-за нехватки слов назовем это, духовный процесс, когда они сидят, дышат и на своем опыте понимают, что то, что они выдыхают, вдыхает дерево, а то, что выдыхает дерево, вдыхают они. То, что я выдыхаю, вдыхает дерево, а то, что выдыхает дерево, вдыхаю я. Такова реальность. Таким образом, одна половина ваших легких фактически висит на дереве. Когда я помог им это испытать, теперь их уже не остановить. Они постоянно сажают и сажают деревья. Только одна наша организация посадила более 38 миллионов деревьев. Но благодаря этому движению появилось еще более 200 небольших организаций,
Изначально этот проект назвали Green Hands. Появилось более 200 других организаций. Они соперничают друг с другом в том, кто посадит больше деревьев. Это уже стало культурным явлением. Совершенно точно, зеленого покрова стало больше. Мне очень нравится ваше учение за то, что в нем переплетается понимание человека, понимание основ управления человеческим существом изнутри, и в то же время ваша страсть и работа в сфере экологии, затрагивающая буквально миллионы, десятки или сотни миллионов людей. Это очень вдохновляет. Спасибо большое за ту невероятную работу по защите окружающей среды, которую вы осуществляете. Прежде чем мы закончим, я бы хотел задать последний вопрос. Что бы вы сказали молодым людям из Соединенных Штатов, которые, возможно, посмотрят это видео? Оставайтесь живыми, оставайтесь молодыми. Вот и все. Что еще? Они должны понять. Молодость — это активная часть жизни. Да. Они должны оставаться энергичными, а не держаться за верование и умозаключение. Потому что чем больше умозаключений вы делаете, тем старее становитесь. Что такое старость? Это просто слишком много умозаключений по поводу всего. Если вы не делаете выводы обо всем на свете, тогда вы готовы видеть все таким, как оно есть, переживать жизнь такой, как она есть. Так вы останетесь молодыми. Поэтому я говорю, что, во-первых, вы должны остаться в живых во время этой вирусной пандемии. Это большая ответственность. Вы должны выжить и убедиться, что все рядом с вами тоже живы. И вам нужно оставаться молодыми. То есть вы не должны делать умозаключений. Всегда смотрите на все свежим взглядом. Большое спасибо. Благодарю. Надеюсь, у нас получится встретиться, когда вирус позволит нам это. Вирус обязательно позволит нам встретиться, и мы покатаемся вместе на мотоциклах. Благодарю вас. Спасибо. Намаскарам.